В Японии собаки сняли панорамы для карт Google. Три собаки породы Акита Ину обошли с хозяевами городок Адати и ближайшие окрестности. Населенный пункт славится тем, что является родиной знаменитого пса Хатика. Панорамы японского города Адати в префектуре Акита для сервиса Google Street View сняли три собаки породы Акита Ину. Как сообщается в блоге Google, животные вместе со своими хозяевами обошли весь населенный пункт и ближайшие окрестности. На спинах собак Ака, Сука и Паука с помощью упряжек были закреплены камеры с обзором в 360 градусов. Японский город Адати славится тем, что является родиной знаменитого пса Хатика. В центре города установлен памятник этому животному. Ранее группа шведских ученых заявила, что наличие в доме собаки может существенно продлить жизнь ее владельцам, а также снизить риск развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. По материалам сайта news.com.